Любопытные фото вновь появились в альбоме «Нам здесь жить» в нашей группе в «Одноклассниках». Наши читатели запечатлели необычный способ уборки снега с крыши дома. Итак, на фото молодой человек сбивает ногами снежные заносы. Если это представитель управляющей компании, непонятно, почему он работает без страховки и каких-либо инструментов. Ну а если это просто житель дома, которому надоело ждать, когда управляющая компания исполнит свои обязанности, возникает два вопроса. Первый – почему обслуживающая организация до сих пор не сделала это сама? И второй – каким образом неравнодушный житель попал на крышу? Ведь по нормам вход на чердак должен быть закрыт.